она уродная, вот так, да. Давай, Серёж. Ксюша, если... ну да, вот так вот попробуем. Ксюша, не получится у нас ящейку всего вот так. А зачем бы его? Не попробуем. Там же наехать его в болоте, потом ему разломать машину. Не дай бог кто-то скорость ее даст, я так. Стой! 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 Давай! Пошел. О, красиво. Назад, так. А ну пробуй, Серега. Пробуй, Серега. Блядь, як получилось у нас. Трехочковый. Я ж кажу, давай. Так ти що, блядь. Трехочковый. Тепер скажеш покану, хай отсюда його витягне. А він же не хіря. Поставити там. Завтра витягне. Ні, це йому золоте. Я сам думав. Давай, чекай. Я там його. Нема, я там я кажу, блядь, люди коли стоїть без купачок, кажуть, не станемо, а лючий профітер спинзи. Ты тут только жижа тоже их не пил. Да! Вот это он! Сам с этой машиной как-то все откроет. А то ж мы ездили, пожалуйста. Смотри, вот это баллы. Баллы! Ну тут даже вообще сухо было. Да! А Вова, ты где Вову и Ваня? Тебе ты помнишь, что тут не было такое? Давай, блядь. Нет, там всегда яма была. Не, вот это балло, реально. Я кажу, если бы за щип тизень бы пошло, я было бы воды в кинце. Пап, смотри. А я вас тут такая сексуальная.
Ось камінь, там же глибокий. Для камня проволоку забери! Да я думав, ти з Серегою переїдеш, куди пошов? Пап, ти смотришь? Да. Смотри, ты... Дай, блядь. Так і витягувати ніхуя. Він трохи важче, ніж йому важче. Погуляв, так можна і возьму. Та ти гуляє і отихає. Не... Очерет не давить! Влад! Влад, хай очерет давить! Не йде туди. Майже зимою туди летяв. Два коліса розбудували, ну, той, блядь, дібучий вербичий їв, що там таке, блядь, сука, тричала, ретіла, блядь, мама машина моє не випадає. Йо, туди. Скажи мені лапа. Так, лапа тут була. Дай по безпределу по кущам пошов. А Ванька ще не приїхав. Бач, Ванька, конечно, молодець, таку дорогу накатав. Він... Хай поїде по камешам! По камешам хай їде! Бачу, то ж без місця ті хороші. Так. Ось десь класно, десь.